Кажется, метка на индикаторе. Преисподний ликвидирован. Темп вторжения сократился на 36,8%. Осталось еще два жреца.
Yeah.
Созидательница рядом. Она внутри цитадели демонов. Отмечаю точку на индикаторе. Прямо над вами находится место сбора жрецов преисподней. По моим данным, в самом центре этого комплекса имеется лифт. Активирован и готов к применению. Говорит комитет. Нам поступает сообщение. Эксперты комитета. Главная связь коммуникаций готова с уверенностью.
будет восстановить энергоснабжение корабля. Часть отсеков сейчас законсервирована. Найдете достаточно батарей и сможете использовать все функции корабля в полную силу. Реактор стражей. С ним вы сможете запустить робота и расчистить себе путь.
Наблюдаю рядом для поля предателя. Следуйте к отмеченной точке. Я готовлюсь забрать вас оттуда. Чтобы снизить нагрузку на генераторы. Вы получите к ним доступ, как только восстановите энергоснабжение. Уровень энергии стражей растет. Восстанавливаю питание ядра и вспомогательных систем. Ваша пусковая установка может метать ледяные бомбы. При попадании они поражают врагов замораживающим газом. Имейте в виду, переключаться между гранатами и ледяными бомбами придется вручную.
Определить точное местонахождение я пока не могу. Здравствуй, палач. Ты думаешь, мне конец? Посмотрим, выйдешь ли ты живым из этой проклятой цитадели. Внимание, палач прибыл. Альтернативно живому персоналу принять к сведению. Thank you.
братья и сестры, зверь приближается ко мне, но он слаб. Пусть ваша ненависть не уступает его решимости, лишь тогда вы будете спасены. Спасение заключено в его гибели. Миф о великой силе палача теперь развеян. Вы же видите, братья, он потерял всякую волю к борьбе. Сожрите его душу. Я должен выжить. Защитите меня в час нужды и обретете законное место в новом мире. Палач уже находится в здании. Агрессия приветствуется.
Жрец должен выжить. Ничего, мы сломим твою волю.
не боюсь тебя. Ты еще не победил. Найди меня, палач. Я буду ждать. Сейчас я его запеленгую. Занял позицию. Его страж находится где-то впереди.
Конечно, нелегко найти бойца. Yeah.
разве это не палач привел на землю демонов? Это тебе, Кан, Созидательница, обязана даром Аргент Энергии. Это ты навлек на свой народ все эти страдания.
находится рядом. Это место, где началось вторжение. Старейший оплот зла на этой планете. Силы комитета не смогли отразить атаку демонов. Thank you.
добраться до сердца, нужны еще два ключа. Ищите. Иногда эволюция нужна немного сердце гнезда. Оно пустило корни в силовой установке комплекса. Гнездо можно уничтожить, включив генератор. Доступ в центральный зал. Генератор в режиме консервации. Он будет запущен на полную мощность при ручной подаче команд с двух терминалов. Открываю первый за дверью слева. Что мы можем сделать для вас? Энергоснабжение наполовину восстановлено. Можете сделать. Теперь для вам нас необходимо активировать второй терминал, чтобы уничтожить гнездо. Я пока не могу открыть дверь, за которой второй терминал. Поищите обходной путь.
Thank you.
Адский барьер открыт. Этот вентиляционный люк приведет вас прямиком к терминалу. Генератор на полной мощности. Перезагрузите его с командной консоли, чтобы убить сердце. Не спрашивайте, что мы можем сделать для вас. Спрашивайте, делайте для нас. Не убегайте от наших перегружен. Двигайтесь к порталу выхода. Внимание! Основной генератор перегружен. Повторяю. Основной генератор перегружен. Проследуйте к ближайшему аварийному выходу. Начат процесс самоликвидации комплекса. Сохраните работу и проследуйте к ближайшему выходу. Последнего жреца неизвестно. Вторжение демонов невозможно остановить, пока не... Нужен жрец и его страж. Чтобы найти последнего жреца, нам потребуется помощь. Рекомендую вам связаться с доктором Хайдером. Я настрою портал на командный пост комитета. Идите вперед и найдете доктора Хайдена. Ранее в этом комплексе располагался штаб сопротивления. Внимание! Персонал под угрозой. Начинаем процедуру эвакуации.
штаб комитета находится под угрозой. Доктор Юлия Чуцова.
грешником. Чтобы прийти к успеху, надо трудиться.
наши межпространственные друзья не будут ступать по оскверненной территории. Земля должна быть очищена. Thank you.
прострелить поверхность Марса насквозь.
проходят запер. Они знают, что вы пытаетесь пройти. По чертежам на мосту есть технический люк. Внимание! Ведется стрельба из БРГ-10000.
древний город Гиор. Вы лишь стали стражем, а он уже был затерян. Портал перенесет вас в твердыню стражей, где скрывается жрец. Надо идти.
Говорит сеть сопротивления. Мы ведем прямое вещание. Горнило до сих пор в теле Титана, напавшего на этот город стражей. То была ваша первая битва с демонами в этом мире. Там, откуда пошла легенда о палаче. Не помогли вам тогда спасти этот мир. Но с Землей все будет иначе. Сказано, что ваша ненависть к демонам дала народу Аргентур надежду, как дает ее людям Земли.
накормила, тебя восстанет вновь.
Я полагаю, что вы захотите сперва опробовать свое оружие. Создательнице нужна земля и душа землян. Ее мир умирает. И за счет людских душ пытается восполнить свои числа, цепляясь за жизнь, но она предпочитает свой мир к процессу излечения душ мирно. Остальных выбрасывают в кровавое болото.
спустился. Скорей, пока он открыл.
человек замучен и воля полностью сломлена. Когда всякая надежда на спасение утрачена, испытуемых отправляют в зал извлечения душ. Чисто.
демоны используют всего лишь часть того, что получают от людских душ. Именно творцы и жрецы стражи открыли и обуздали истинную силу этого ресурса. Они объединили энергии стражи и ада. Очистили полученное и создали Аргент. С его помощью они торговлю спасают в тайм спасали мир. Ночные стражи не знали его существования. Его возвели стражером силы тел, дворцевые расцветатели. А демонам не попасть на Урда. Этот механизм был создан следом. Они обыкновенно с темным владыкой заключили сделку. В обмен на новые миры, которые может пожрать ад. Творцы получали энергию из обреченных. С этим нечестивым союзом давно пора покончить. Идите к башне-передатчику. Если уничтожите ее, башня неочищенной энергии заденет вас в эфир. Получила контроль.
Созидательница. На Земле Титан с каждой минутой будет наращивать мощь. Надо отправиться следом через портал. Мы должны скорее открыть врата и вернуться на Землю. Thank you.
Ставьте Вегу, чтобы включить портал. Контроль получен. Задаю курс на земное измерение. Теперь я это вижу. Я отец доктора Хайден. Скорее, займитесь остальными кольцами, пока не поздно. Очень важно быстрее открыть врата. Чем дольше иконы греха на земле, тем больше набирается сил. Созидательнице нужно, чтобы землю поглотили демоны, иначе ее мир погибнет. И пробудили на Урдаке икону греха, они сломали печать. Поэтому теперь демоны могут проходить через пустоту. Вы принесли ее народу и этому священному месту вечное проклятие. Но все же икона привела сюда чужая поспешность. Тщеславие Созидательницы разрушило рай. Thank you.
совмещены. Врата сквозь пространство на Землю открыты. Доберитесь до платформы и пройдите сквозь портал. Иначе Земле осталось совсем недолго. Thank you.
остановите его. У Земли нет надежды. Thank you.
присутствовать среди нас. Он рядом. Затем мостом.
их спаситель. Твоя сила станет их щитом. Твоя воля их мечом. Ты останешься непобежден. И твой бой длится вечно.